Крупный улов достался новосибирским транспортным полицейским. Во время рейда со дна реки Обь они подняли много браконьерских снастей, сетей и самоловов, которые наносят серьезный ущерб популяции рыб. Добычей полицейских стали более полукилометра варварских снастей, на каждой из которых находилось до 500 остро заточенных крючков для ловли краснокнижных стерлядей и осетра. Самоловы опасны, так как крючки ранят рыбу, а затем она медленно умирает. Ежегодно до суда доходит несколько десятков уголовных дел. Браконьерам за незаконный вылов водных биоресурсов грозит до 2 лет лишения свободы. Рыбу, которая попалась в сети, полицейские в ходе этого рейда освободили и отпустили обратно в реку. И родимая свою стихию. Все начинают сразу. Не дают. Пошла.